В начале февраля в округе стартует социально-информационный проект «Ямал. Вторая волна освоения». Его проводят в рамках года социальной ответственности, объявленного губернатором Арктического региона. Новый проект призван информировать жителей автономного округа о проектах, реализуемых на Ямале, о перспективах экономического и научного развития округа, о социально значимых программах, бизнес-проектах, общественных и гражданских инициативах, о жизни и достижениях коренных северян, истории освоения Арктического региона. До 16 марта в каждом муниципальном образовании пройдут выставки презентации основных ключевых аспектов достижения региона и информационно-развлекательной программы с привлечением творческих коллективов.